Приморский край – восточные ворота России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно к развитию этой территории приковано внимание руководства страны и лично президента Владимира Путина. И если в период СССР Владивосток был закрытым городом, куда попасть можно было только по спецпропускам, то сегодня это столица Дальнего Востока, открытая всему миру. Каждый год в сентябре на Восточном экономическом форуме здесь встречаются главы государств и руководители крупнейших компаний стран АТР. А потом бизнесмены возвращаются снова, чтобы выгодно вложить свои деньги. Только в 2018 году объем иностранных инвестиций в Приморье составил 488 миллионов долларов США. И это неудивительно, ведь для тех, кто делает бизнес и готов запускать новые производства, созданы специальные условия. Это особые экономические режимы, свободный порт Владивосток и территория опережающего развития. Российские и иностранные компании могут получить статус резидента, а вместе с ним беспрецедентные налоговые льготы в первые 5 лет работы и землю, куда можно приземлить свой проект. Для того, чтобы инвестор смог быстрее перейти от планов к реальным делам, работает инвестиционное агентство Приморского края. Здесь инвестор может решить любые вопросы в режиме одного окна. Ему без лишней бюрократии помогут разобраться в тонкостях российского законодательства и получить нужные разрешения. Специалисты представляют интересы бизнеса и многие вопросы решают гораздо быстрее. Проекты у нас приходят по, как говорится, по тем вопросам, которыми богат Приморский край. Это логистическая составляющая, потому что здесь 6 незамерзающих портов, здесь переходы, граница Китай, Корея, здесь недалеко вся Азиатско-Тихоокеанский регион, то есть Япония, Южная Корея, Северная, Малайзия, Тайвань, Таиланд. Здесь расположен очень интересен для инвесторов туристический кластер, логистика, я уже сказал, это морекультура. Это не рыбодобыча, это разведение биоресурсов. Это трепан, гребешок, устрица, еж, морская капуста. Вот. Это, ну, понятно, строительство, потому что сейчас здесь очень сильно идет строительство, в том числе и гостиничных комплексов. Это, наверное, сейчас одни из самых востребованных, причем всеми. Потребность в гостиницах, ну, я думаю, номеров 1005 необходимо ежедневно. Вот сейчас такое нет. Это сельское хозяйство, потому что на территории Приморского края расположено 5 климатических зон. И мы даже доходим до того, что мы помогаем инвесторам в сельское хозяйство определяться, где у нас здесь что растет.
Потому что у нас, во-первых, не во всех районах растет соя, кукуруза, которую они хотят, и с другой стороны, не везде растет рис. Плюс, благодаря тому, что 5 климатических зон, в некоторых районах лучше выращивать плодово-ягодные растения. Вот. А так как территория у нас чистая, вот почему? Потому что некоторые земли до сих пор под парами еще, то есть на них энное количество лет ничего не садилось, то получается очень чистый продукт, востребован на всех азиатских рынках, и уже сейчас сюда мы ставим переработку, в том числе и с иностранными инвесторами, компания у нас на сопровождении, которым здесь выгоднее перерабатывать и уже туда увозить там, ну, тот же глютен, а не зерно. По количественному составу, то, наверное, больше российских. А если по инвестициям, ну, наверное, 50 на 50. Внутренний рынок, его может быть числом побольше, потому что мы сопровождаем еще и проекты, которые расположены уже на территории, которые уже работают, там, в зависимости от того, что за это. И мы, наверное, в паритете 50 на 50. Япония, Китай, Корея. Это основные три страны, которые инвестируют сюда. А сейчас еще очень, скажем так, плодотворно работаем с Индией. Специализация иностранных инвесторов из Индии – это чай и бренд. И у них здесь фабрики и оборудование стоит, которого, ну, в азиатской части пока нигде больше нет. Часто в инвестиционное агентство иностранные компании обращаются для того, чтобы им порекомендовали уже готовый и надежный бизнес-проект, куда без лишнего риска можно вложить деньги и получить статус партнера. Один из таких – строительство нового микрорайона «Радужный» в городе Уссурийск Приморского края. Красиво, чисто и, ну, необычно. Не было такого нигде. Ну, во-первых, малоэтажное строительство занято тем, что 3 этажа, ты знаешь тех, кто снизу, тех, кто сверху, и все, на этом закончили. У нас уже нет ни соседей, у нас уже, ну, мы как родственники. Мы каждый день друг с другом видимся, мы ходим в гости, мы к ним, они к нам. Вот то, что шлагбаум стоит, это хорошо, потому что без особого пропуска, ну, то есть если не зарегистрирована машина на проездном пункте, не пропустят. Прям правда, вот даже воздух отличается. Там, ну, загазованность, вот это. Раньше я этого не замечала, это было нормально. А сейчас уже прям сильно чувствуется разница. Когда приезжаешь домой, уже, ну, оно уже домой. А теперь подробнее. Микрорайон «Радужный» – это территория площадью 400 гектар. К площадке подведены инженерные сети – вода, электричество, газ. Территория делится на 3 зоны. Первая – жилая. Здесь новоселье уже отпраздновали более 400 семей. А в будущем, по мере ввода домов в эксплуатацию, смогут комфортно жить 15 тысяч человек. В районе будет 5 детских садов, 3 школы, медицинский центр, спортивный центр. Это там, где мы будем участвовать в федеральных государственных программах. Это вот та задача, которую ставит один из нацпроектов, демография, да, то есть увеличение численности жителей конкретно в Приморском крае, конкретно в городе Уссурийске, ну и конкретно в Радужном. Поэтому то есть 400 семей, которые у нас уже живут, 200 семей – это люди, приехавшие вообще с других районов края. Они выбрали Уссурийск как комфортное место жизни, выбрали Радужный. И мы считаем это нашим достижением и успехом в реализации программы. Вместе, естественно, с властью. Вторая зона – рекреационная. Площадь 120 гектаров. Здесь жители и гости Уссурийска смогут отдохнуть и интересно провести время. Прогуляться по набережной вдоль реки, прокатиться на велосипеде по специально оборудованным дорожкам. По проекту на этой территории будут расположены объекты для занятий зимними и летними видами спорта. Уже сейчас здесь принимает гостей база отдыха. А для туристов, число которых в Приморье с каждым годом растет, запланировано строительство гостиницы. Сейчас находимся на территории базы «Южная», правильно? Он относится к микрорайону также. Что здесь есть? Как можно отдохнуть также и жителям, и гостям микрорайона? Ну, во-первых, мы находимся на территории города.
Это редкий случай, когда база отдыха находится не только в районе, но и в городе. 10 минут до центра города. Ты находишься в парке. Это мы даже называем это не базой отдыха, это парк. Сегодня проблемой городов является то, что людям негде отдохнуть. Ну вот любой город возьмите, люди хотят отдыха, парки. Вот она территория, где сейчас 20 гектар мы только освоили. Где уже сегодня озера, рыбалка, купание. Самое главное, у нас большая стоянка. У нас порядка там 2000 машин входит уже сейчас, а будет еще больше. И в планах развития здесь сделать и спортивный центр, и аквапарк. Главным условием здесь это экономика, опять газ. Содержание, да, обеспечение этого объекта, это энергия. Сейчас пока южный не указан, правильно? Нет, да. Ну вот, а в планах и в генплане, и вот в тех, скажем, схемах, он тоже, газ будет здесь. Поэтому большая территория позволяет вместить много машин. Здесь проходят зимой крещения, масленицы, праздники. Ну и вот, вот эта вся территория, она, в общем, тоже привязана к речке, да? То есть к отдыху воды. Есть и бизнес-зона, площадь 80 гектаров. Участок примыкает к федеральной автомобильной трассе, а это преимущество для развития на территории транспортно-логистического комплекса, автосервисов и автоцентров, складских помещений, выставочных, спортивных и концертных центров. Что говорить, если уже на 7 гектарах разместилось представительство одной из главных энергетических компаний России – «Газпром». Не забываю здесь и о сельском хозяйстве. Часть территории идеально подходит для создания тепличного комбината для выращивания экологически чистых овощей. И в генплане города 100 гектаров определены как ТЛК, транспортно-логистический комплекс. Что мы видим в структуре ТЛК? Действительно, это склады, это сегодня тепличное производство, или овощи, или цветы. Сейчас отрабатывается модель, что будет эффективнее. Это оптово-распределительный центр, ну, я бы так сказал, выставочный центр. У нас в Уссурийске исконно было место пересечения дорог и собирали все сельхозпроизводители края еще в советское время. Потом эту площадку выставочную потеряли. Есть задача у власти у нас восстановить. Здесь могут оптовые рынки быть, мелкооптовые, да, и выходить на розницу. То есть крестьяне могут выставлять свою продукцию. То есть вот несколько направлений. Это аграрный блок, складской бизнес. И еще есть направление строительства. То есть сейчас рассматриваем предложения с партнерами, с китайскими, которые готовы зайти на строительство завода по пенокерамике. То есть это тоже производство, требующее большого энергообеспечения. То есть вот главным условием является газ. И вот та программа, которую согласовал губернатор Олег Николаевич с «Газпромом», она как раз предусматривает инвестирование со стороны «Газпрома» 140 миллионов рублей на строительство трубы, которая позволит, или, скажем, обеспечит весь район газом, и жилую территорию, и бизнес-площадку, и парковые рекреационные зоны. То есть на все направления согласованы отводы и подача газа. Поэтому здесь можно сказать, что район станет таким примером высокой энергонасыщенности. Да? Вот это будет его выделять, ну, среди других на территории края, да? Ну и может стать примером. We'll be right back.
Преимущества региона для инвесторов очевидны. Это выгодное географическое положение. До Пекина, Сеула или Токио всего несколько часов на самолете. Здесь же главный логистический хаб для транспортировки грузов по морю, железной дороге или автомагистралям из Азии в центр России и обратно. И, конечно, человеческий капитал. Население Приморья почти 2 миллиона человек. Это квалифицированные кадры, которые готовы работать на новых и современных предприятиях. Приморье инвесторов ждут, и руководство региона готово поддержать тех, кто будет развивать бизнес в приоритетных для территории направлениях. Тема инвестиций на Дальнем Востоке, она сейчас краеугольный камень вообще во всей политике Российской Федерации. И это федеральная программа. И все, что приводит к тому, чтобы деньги оседали здесь, это является объектом нашего внимания. Конечно, Приморский край всегда был такой логистическим центром, дальневосточным логистическим центром для Российской Федерации. И сейчас мы эту историю должны и можем развивать. Поэтому портовое хозяйство, дороги, и все, что связано с перегрузочными работами, с обеспечением логистики грузов с Азии в Европу, это все интересно в Владивостоке, и это все объект для инвестиций. Помимо этого, Владивосток является местом, где можно и нужно развивать информационные технологии и IT-индустрию вообще. Российские программисты являются одними из наиболее востребованных вообще в мире, и мы будем активно развивать инфраструктуру, которая позволит их сюда привлекать и сделать их здесь вот как раз вот именно вот этим центром информационных технологий Российской Федерации на Дальнем Востоке. И вообще все, что связано с транзитом знаний, грузов, всего чего угодно, с востока на запад и с запада на восток, сходится через узловую точку Владивосток. И поэтому это и есть та вещь, которая может и должна быть интересной для инвесторов в разных областях, начиная от гостиниц и заканчивая, как я уже сказал, портовой инфраструктурой.